Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября, так решили власти этого испанского региона. Мадрид заявил, что референдум не состоится, поскольку является незаконным. Однако в правительстве Каталонии не исключают, что могут провозгласить независимость в одностороннем порядке. Прошлый референдум о независимости прошел в Каталонии почти 3 года назад. Тогда Конституционный суд Испании обязал Каталонию отменить голосование, и референдум сделали неформальным. Тем не менее, более 80% каталонцев проголосовали за отделение от Испании.